Стадион расположен в Эмеретинской низменности таким образом, что зрители на трибунах могут одновременно видеть горные вершины на севере и море на юге. Свое название стадион получил от горы Фишт. Ледник на ее вершине послужил прообразом архитектурной концепции Центрального олимпийского стадиона. Его кровля выполнена из материала, который пропускает почти 100% солнечного света. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст, он отвечает за церемонию открытия Олимпиады, проводил президента в ложу и показал место, которое ему будет предложено занять для наблюдения за церемонией. Он отметил, что сооружение, рассчитанное на 40 тысяч зрителей, уникально. Вы в известной степени были архитектором, потому что под ваш сценарий открытия и закрытия стадион-то делали. Владимир, но зато страна получит уникальную площадку, на которой можно проводить огромный оперный спектакль. Перспективами этой площадки уже заинтересовалась Мариинка, заявившая о готовности дважды в год давать представления на стадионе.